Плач ребенка услышал случайный прохожий. Мальчик лежал прямо на земле, завернутый в одеяло. Мужчина сразу же позвонил в скорую. Прибывшие врачи оказали ребенку необходимую помощь и доставили в первую детскую больницу для дальнейшего обследования. На сегодня состояние пока тяжелое. Возраст его приблизительно при поступлении около суток. Расценено так. Значит, обработана пуповина, обработан ребенок, согрет, поскольку он поступил в состояние охлаждения. И на сегодня ведется его реабилитация и обследование. Сейчас полиция пытается отыскать мать ребенка. Малыш был обнаружен с неперерезанной пуповиной. Очевидно, что у врачей беременная не наблюдалась и в больнице на учете не состояла. По данному факту, следственным отделом, Куйбышевским межрайонным следственным отделом, значит, доследственная проверка, назначена судебно-медицинское исследование с целью установления степени тяжести вреда, полученного ребенком. В то же время проводят следственные действия, оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление матери ребенка. Согласно Уголовному кодексу, матери ребенка за оставление его в опасности может грозить до года лишения свободы. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить в полицию. Марьяна Мирная, Юрий Карнаухов, Дмитрий Мешканцов. События.